Почти 3 миллиарда тенге выделят на газификацию сельских населенных пунктов Костанайской области в этом году. В планах реализация 9 проектов, которые увеличат доступ сельчан к голубому топливу. Сегодня к нему подключено менее 15% населенных пунктов. По региональной схеме в ближайшие 7 лет подключать газу продолжат районы, вблизи которых расположены подводящие газопроводы. При этом специалисты отмечают, что с учетом роста абонентов увеличивается и потребление природного газа на 10% ежегодно. Чтобы избежать дефицита в дальнейшем, обсуждают строительство магистрали от Актюбинской области до Рудного. Плотно прямо начали отрабатывать именно с Министерством энергетики по газификации именно магистрального газопровода именно от Актюбинской области. Сейчас данный вопрос они решают именно в плане финансирования, как это будет. С учетом роста у нас, конечно, потребление растет. Где-то у нас 900 миллионов потребления области, 900 до миллиардов.